Всем здорово, всем привет. Сегодня поиграем снова в МС2. Карта Чистогорск. Прокатимся сегодня на таком замечательном автобусе. Называется он ЛиАЗ-52-56-5. Светит солнце, утречко раннее. Маршрут сегодня будет 120-й. Я его уже проложил, уже его взял. Такая вот раскрасочка, 70 лет Победы. Ну что, 10 минут до отправления, у нас есть время пробежаться по автобусу, посмотреть, что в нем и как. С ним идут таблички, вот такие, отдельным модом. Для карты Чистогорска они отдельно устанавливаются. По-моему, не все, но хватает маршрутов для него на самом деле. Вот, давайте пробежимся, что у него у нас открывается. Здесь у нас ничего не открывается. Так, капот тоже не открывается. Тут вот в этой раскраске прикольно сделано, что такой бампер уже грязный от выхлопа стал, да, почерневший. Здесь тоже не открывается. В общем, если кто на нем играет, знает, как его там, где у него что и как, пишите, ради бога. Давайте перейдем в салон. Нажимаем F2. Мы в салоне данного автобуса. Здесь присутствуют такие шторки, это тюнинг уже идет к нему, несколько есть вариантов, есть с автоматической коробкой, есть с механической коробкой, у меня стоит с автоматической, так как механика здесь некорректно работает, как мне показалось, неудобно, в общем, мне не нравятся люки. Открываются полностью, открываются не полностью, давайте закроем его уже совсем. Здесь у нас такая табличка. Это конверт из GTA, как я понял, да? Вот все авторы, исходники там и так далее. Еще стоит проверить свет, как у него светится в салоне вот эти лампочки все. Так, давайте пройдем дальше. Также, ну, второй люк, я думаю, нет смысла открывать, как и третий. Здесь у нас вот такое вот объявление висит, да? Очень как бы аутентичное. Аптечка находится у водителя, в общем, вот. Ну вот такие вот сиденья в других раскрасках, другие сиденья, например, как бы я их все вам показать не могу, потому что это долго, можете сами скачать и уже посмотреть, какие тут есть раскраски там различных городов. В общем, смотрятся они красиво. Далее, давай перейдем далее, посидим вот здесь еще, посмотрим в окошко. Да, ну все, собственно, давайте перейдем в салон. В салон, на место водителя, форточка. Первым делом проверяется форточка. Она открывается с прикольным звуком. Вот таким. Нормально. Вообще нормально. Тут также та же самая табличка из салона. Это уже у меня маршрут здесь висит. Вот у нас сколько получается? 1, 2, 3, 4, 5, 6 остановок. Я думаю, мы в одну сторону проедем, потому что маршрут как бы не длинный, не короткий, но в принципе нам его хватит. Давай я проверю сейчас, не надо ли еще отправляться. Через 3 минуты мы уже выезжаем. Смотрим, значит, руль убирается. Руль КамАЗовский стоит. Так, тут, по-моему, и двигатель КамАЗовский. Потому что их ставили в данные автобусы. Но об этом мы поговорим уже позже. Руль, конечно, классно сделан. Мне нравится очень. Он вот прям вот, ну, напоминает мне кое-какой руль. Вот, значит, коробочка. Вот у нас коробочка. Она работает кнопками. Пожалуйста, нейтралка. Первая, вторая, третья. Первая, вторая, это, как знаете, для подъемов. Когда не можешь подняться или застрядли, ну, короче, вы знаете. Да, а третья это уже как D считается. Это у нас двери. Все, я вам покажу. Часики. Часики работают. Пожалуйста, это аварийное выключение двигателя. Вот питание. Давай подавать питание. Нажимаем зеленую кнопочку. Пошло питание. Горит ручник. Сейчас ему... Ну, давай запустим сразу мотор. Хороший звук, мне нравится здесь звук, очень, ну, как бы такой прям крутой. Вообще кайф. Это у нас свет, подсветка. Включаем фары. Да, посмотрим, горят ли они. Горят. Значит, я неправильно что-то включаю. Ладно, найдем.
Так, уберем руль. По приборам как бы вот спидометр, тахометр, здесь у нас все датчики, там вы все знаете это, да, объяснять, думаю, нет смысла. Вот, лампочки все вот так горят, все прикольно работает. Мне нравится очень вот эта текстура, вот ее бы как раз в пазик. По-моему, в пазике как раз такая и есть на приборке. Ну, честно говоря, столик этот здесь как-то не к месту. По-моему, не помню, не стоит у меня оплата. Так, не пора еще. Ну, можно уже выдвигаться. Тут тоже давай печку включим, кстати говоря. Пускай она дует. Включим все и сразу. Это дворники. Дворники с кнопок не работают у меня на руле настроены, но не работают так же, как и поворотники. Поворотники тоже мне приходится самому выключать мышкой. Это я, честно, не знаю, не помню, что это. Вот дворники, это той самой лайка. Давай ручник уберем. Так, вот он убрался у нас вниз. Также шторка, вот эта шторка мне тоже очень нравится. Она, блин, прикольно сделана, текстура. Как открываются двери, я вам позже... А, вот, точно, надо же нажать пимпочку за эту. Также она регулируется, да, то есть это очень круто. Очень мне это нравится. Зеркала, все работает, все видно. Ну что, давай стартовать, если он нам даст стартануть. Бывает, он еще прогревается какое-то время, не хочет ехать. Так, нейтралочка, ну, третью. Едет, отлично, поворотник. Пассажиры нас уже должны ждать. Если я все правильно сделал, бывает. Так, немножко нужно убавить звук. Иначе я сойду с ума. Вот стоят пассажиры. Так, нужно сделать подсказочку, включить обязательно. Куда же я без подсказок-то? Вон они идут, наши пассажиры уже. Давай аккуратно подъедем, если получится. Тихонько. Давненько я в ОМСе не заходил, не играл. Подумал, что пора бы уже видос. Звук коробки. Так, открываем двери. Здравствуйте, здравствуйте. Видимо, оплату я отключил. Нет, не отключил. Дядька дает нам за проезд. Ну, давай возьмем. Держи, дядька, сдачу. Держи и билет тебе. Садись давай. Доброе утро, доброе. Проходим. Здравствуйте, пожалуйста, билетик. Калишний. Так, тетенька, держите. Билетик. Здравствуйте. Привет, бабуля. С мужским голосом. Здравствуйте. Здорово. На 80 рублей. Блин, ну и цены. Конские цены на проезд, ребята. Конские. Все, все заземлились. Ну, собственно, вот так вот двери у нас и закрываются с замедлением, как и в реале. Как и в реале. Ну что ж, форточка закрыта, автобус должен прогреваться. Все готово, можно отправляться в путь. Так, немножко настрою трекер. Да, я играю с рулем, с трекером, все как обычно. Без этого я уже никуда. Ну, блин, звук, конечно, мне нравится. Вообще, звуки в ОМСе очень крутые, все вы это знаете. Торопиться не будем. Нет, вот сейчас почему-то автоматически отключился поворотник. Не знаю, как-то вот он раз через раз, что ли, отключается. В общем-то, ладно. Так, нам налево. По этому маршруту я уже катался, так что немножко тут знаю его. Но все равно путаюсь. Так, остановочка. Первая наша остановочка. Тихонько. Вот я нажимаю на поворотник, он не выключается. Ну, конечно же, я как обычно заехал на бордюр. Без этого я просто не могу. Как это? Я не заехать на бордюр. Не-не-не. Не может быть. Вот приходится так вот выключать. А, то есть никого и нету. Так, не понял. Теперь понял. Поехали. Мы уже опаздываем на одну минуту.
На дворе осень, октябрь, 2005 год. А, это сентябрь, 9 месяц. Еще пришлось немножко убавить колонки. А то микрофон начнет ловить звук. Вам это не понравится, я думаю. Нужно было какой-нибудь туманчик поставить, что ли, так бы прикольнее получилось. Ну да ладно. У нас еще много-много планов на эту игру. Ну, едет он довольно мягко. И разгоняется, в принципе, тоже хорошо. Так что это один из моих любимых автобусов, опять же. У нас остановка улица Загородная. Это не наша остановка. Также у него... сигналы, когда люди хотят выйти, вот загораются лампочки о том, что люди хотят выйти, тоже прикольно. Это увидите это, я надеюсь. Ну, в общем, вот такой вот автобус. Всем, кстати, спасибо за ваши лайки на прошлом видосе, за комменты, дико приятно. Всем, кто не смотрел, обязательно просмотру. Как я на пазике катался по Чугуеву. Ты чё стоишь-то? А, просто я показал, что оно на дороге стоит. 60 FPS нам выдает где-то игра. Средний 59. Ну так оно и есть, да. Все, выключаем эту дичь. Ставим только верхнюю строчку. Он мягонько очень идет, мягонько так. Прям, ну как настоящий этот автобус. Я на таком в жизни, по-моему, не катался как-то вот. Не удалось мне. Хотя, может быть, и ездил уже. Так и не вспомнишь. Каких только у нас автобусов не было. Вот наша остановка. Вот они сигналы, видите, зелененькие лампочки. Вот они вот. Блин, кто ж так придумал-то такой съезд еще тут? Давай останавливаемся. Дверки поворотик надо выключить. Кто-то тут постарался, дорогу сделал выше остановки. Так, никто к нам садиться не хочет. Я так понял, не настроить и механику, и автомат на коробку. Так что мне приходится кнопками на клавиатуре. Ну да ладно, в принципе, как и в автобусе, и в игре у нас получается. Я кнопки нажимаю тут и кнопки нажимаю в игре, да? Да, двигатель здесь КАМАЗ 740 Рабоман. Как-то так вот я читал информацию про эти автобусы. Ну и что-то сам немножко знал. Евро 0, как бы, это понятно. Ресторан Нева, это не наша остановка. У нас поселок Дачный. Я пропустил, все, блин. Нам прямо. Ну что? Нет, нам направо. Ладно, я думаю, пассажиры не обидятся, да? Точно хоть направо, блин. По-моему, да. По-моему, эту заправку я проезжал. Ну блин, какое у него управление. Мне прям нравится у него управление. Как бы чувствуешь автобус. Ты его чувствуешь. Блин, я прокатился на самом деле на гармошке. На гармошке я никогда еще в игре не ездил. Так вот, про автобус. Он у нас выпускался с 1989 года по 2002 год. Вот опять же загорелись эти лампочки, да, сигналы. Ну и народ подходит к выходу, значит, скоро уже остановка. Да. Выпускался он у нас в следующих вариантах. Это городской вариант, пригородный, междугородный. И для детей, да, перевозки детей. Также еще был специальный для инвалидов. Между прочим, стал серийным советским городским автобусом с гидромеханической коробкой передач. Да-да-да. Прикольные рекламные щиты, правда, они очень далеко стоят. Хрен там разберешь, что там написано за реклама.
Да и бог с ней, с этой рекламой. Не сильно она им и нужна, нам нужна. Главное, что стоят и стоят, и они есть и есть, и все. В принципе, здесь, на Чистогорске, все маршруты, они, ну, не городские, они типа межгород, между как поселками, как-то так вот все построено. Мы еще прокатимся на каких-нибудь маршрутах. Есть еще один пазик, на котором я попрокатился, но следующее видео, наверное, на Чистогорск пойдем все-таки. Ой, на Чугуев, то есть, вернемся. Там еще прокатимся. А может, и вообще стрим будет. Опа, как тут приятно. Не сказал бы, что маршрут очень веселый, остановок немного, и как бы ты в основном по трассе летишь, трафика много не накинешь на игру, потому что начнет лагать, тупить. Да, трафик здесь тоже не умный, как и в GTS. Хотя в некоторых моментах все-таки поумнее, но... Да, есть плюсы, есть минусы, это само собой понятно. Нахрена они встали, эти пассажиры, если еще ехать и ехать. А вот остановка какая-то виднеется у нас. Не, ну звуки просто бомба, когда, особенно когда газ отпускаешь, он идет на холостых. Блин, вообще супер. Так, это у нас что за остановка? Поселок Дачный, как раз наша остановка. Блин, даже я не знаю, съезжать или не съезжать. Давай уж съедем, ладно. Нужно всегда останавливаться под знаком. Иначе пассажиры начнут дико тупить. Именно вот под значком вот этим вот. Останавливаешься посерединке, и должно быть все окей. Потому что иначе вот такая вот хрень происходит. Это некрасиво выглядит. Здорово, детишки. Тетеньки и дяденьки. Закрываем двери. Мы опаздываем на 2.5 минуты, но я думаю, это не беда. Выползаем, сзади никого нету. Нам прямо. Я обычно здесь направо поворачиваю, туплю всегда. Сегодня я уже помню, что прямо. Такой вот поселок Дачный, маленький. Блин, мне нравится вот эта вот штора сзади нас. Как бы и меня не видно, да, и я не вижу, кто там. У меня вон зеркало есть, пожалуйста, смотри. Время у него 8:19. Кстати, время спешит на этих маленьких часиках. Да, спешит на моих... А, нет, все правильно. Не-не-не, я не на те часы смотрю. Это у меня остановка должна была быть 18 минут. Но мы опаздываем. Ну да ничего страшного. Можно и притопить немного. Автобус позволяет, это уже хорошо. Я думаю, это не самый комфортный автобус, конечно. О комфорте тут речи идти не может. Но довольно-таки мягко идет. Коровки здесь, кстати. Это не наша остановка, но я их высажу. Блин, я проехал, да? Причем далеко проехал. Ну, я думаю, они не зайдут, потому что это не наша остановка, а их как бы... Им туда не надо. Хочется, конечно, поездить по маршруту, где реально много остановок. Прям какой-нибудь городской. Это, наверное, карта МОГЭС для этого подойдет. Да, с картами, конечно, игра конфликтует. Это уж не отнять. Не знаю, блин, надо что ли сделать 3 копии игры, там, например, для 3 карт разных. То ли как. Как-то, короче, надо изгаляться. Давайте попробуем дворники включить, показать. Вот наш дворник левый, да, включаем. Ну и правый. Ого, да, все работает, все красиво. Дальность прорисовки не очень. Если вы видите курсор, да, вот я показываю.
дальность прорисовки так себе. Микрофон присутствует. А вот, по-моему, и фары я нашел. Но включать их я не буду, и так, в принципе, все видно. Конечно, здесь прикольно потыкать коробку, да, все это интересно, но на автомате тоже кайф есть кататься. Нога левая просто отдыхает. У нас остановка Ильинская, но, по-моему, это не она. Да, это не она, у нас никто не выходит. Это сады. Нам эти сады даром не сдались. Летим дальше. Кстати, на базе вот этого автобуса были разработаны троллейбусы некоторые, других даже заводов. Так, у нас хотят выйти. А, у нас осталось два пассажира. Подожди. Давай посмотрим, как тут у нас. Ну, да, осталась последняя остановка. Можно все заканчивать. Жирова. Жирова нам не надо. Это не наш маршрут. Подожди, или Жирова это именно наш маршрут? Да нет, наш маршрут Шалыгин. Жирова это не наш. Так вот, на базе этого автобуса был изготовлен Волжанин 5270. Нам прямо. ЯАЗ 5267. Неман 5201. Или ЯАЗ 5280. Также там еще другие были автобусы. Ну, это я как бы самые такие назвал. Опускался он у нас во Львове. Ну, думаю, автобусе хватит. О карте информации как-то я не нашел. Да и, собственно, тут ничего такого нет. Карта хорошая, это Чистогорск. Это, блин, наверное, самая популярная и карта из российских карт вообще для ОМСИ. Ну, в принципе, она мне нравится. На Чугуеве тоже есть свои плюшки. Ну, и на Чистогорске тоже. За остальные карты пока говорить ничего не буду. Я их не пробовал. Пробовал одну. По-моему, Солнечногорск она называлась. Не очень она мне зашла. КПС там был у меня как-то нестабилен. Нет, подожди. Не Солнечногорск. Южная она называлась. Южная. Вот. Карта Южная. По-моему, МГС у меня здесь есть, кстати говоря. Но это опять же нужно все настраивать, ползать, пытаться там ковыряться, а потом уже что-то снимать. Потому что так тупо не зная лезть тоже я не люблю это. Проверено уже. В принципе, трасса довольно реально выглядит, да, похожа на настоящую. Даже не то, что похожа, она как настоящая. Где-то, конечно, не хватает каких-то ям, изъянов, но это же трасса. На трассе особо ведь нет такого. Там ямы были и так далее. Дым, кстати, валит вон из трубы, даже видно в зеркало, которое хреновое. Ну, так скажем, оно просто грязное у нас, да, его плохо видно там. Ну, вообще-то я могу вам и показать. Хотя этого не видно. Ну, немножко вот. Как-то вот смотришь так. Видно, да, на черной тени. Это все. Скин 9 мая, блин, потом взял такой, потому что зелененький и сразу вот как бы ЛиАЗ 52, 56. Именно зелененький, да, смотрится. Прикольно, потому что в большинстве случаев он именно такой есть. Оранжевый цвет прикольно смотрится. А вот и Ильинская. Вот они, ямки, да, присутствуют, но мы их проезжаем так же, как и асфальт Мерседес. Коровки. В общем,
колхоз процветает здесь. Вон там целая деревня. Вот, наверное, Ильинская. Ага. Так резко тоже оттормаживаться не стоит, как я сейчас. Надо попытаться как-то чисто ровненько под знак подъехать. Вот, например, как-то так. Нейтралочка. Открываем дверки. Вот дяденька садится. Здрасте. Здорово. Студент, что ли? Держи. Ты у нас дядя один, да, остался? Ну что ж, поехали. Блин, я наслаждаюсь этими звуками, они прекрасны. Реально, очень мало модов для OMSI, реально годных, реально хороших. Хочется увидеть некоторые автобусы, да, но нету. Также надо не забыть проверить вот этот свет, я хотел проверить в салоне, как он выглядит у нас. Что я как бы особо не ездил там вечерами или ранним утром, когда еще темно. У нас снежок выпал, я думаю, в следующем видео я зиму поставлю, прокатимся зимой. Будь то Чистогорск, будь то Чугуев, разницы как бы нету. Зима, она и в Африке зима, я бы сказал, но, к сожалению, нет. Опять же, слетают настройки руля почему-то для OMSI. Приходится вот как-то заново настраивать. Благо, интернет у нас имеется. Опоздал я много форумов, чтобы все вообще это настроить. Но нашел в Стиме. Какой-то человек написал, иностранец. Кстати говоря, но по картинкам все понятно. И как кто хотя бы немножко в английском бум-бум там написано все. Довольно понятно. Даже банально по картинкам можно все настроить, да, Газель? Даже номера есть, блин, круто. Здесь уже рекламу видно. Прогрузилась карта немного. Да, красиво, деревеньки, все это. Прикольно. Ну, больше 85 он не идет, я так понимаю, если только с горки его разогнать, потому что сейчас педалька в полу. Ну не алло, а больше ему и не надо. Зачем, как бы? Тем более, если такой автобус будет ездить по городу, куда ему больше 85 километров? Он этой скорости набирать попросту не будет, просто 60, ну максимум 70 где-то может как-то. И можно выжить. А так, ему просто это не надо. Баг с пешеходами здесь. Это уже Шалыгин, я так понял, да, город. Даже вот девятиэтажки, панелечки присутствуют. Да, народ, видишь, кучкуется. По-моему, это конечная, если я не ошибаюсь. Если я ничего не путаю. Да, 120-я, это конечная. Мы с вами приехали. Обратно, я думаю, не поедем. Иначе видос затянется. Водитель, откройте двери. Сейчас я открою. Смотри, как почти без акцента говорит. Молодец, студент. Высадка получается, да, нам нужно заехать прямо туда. Прямо под эту табличку, иначе глюк, баг. Ну, вы видели, что происходит. Вот так я сейчас заеду. Так. Открываем двери. Ну, он просто исчез. Или он где-то сейчас под автобусом идет. Ну ладно, это лучше, чем просто сквозь. Закрываем дверки.
тут у нас? Ну давай проедем до отстоя. Вот сюда встанем и будем здесь стоять, курить. Нейтралочка. Ручник. Гасим свет. Все, все у нас выключено. Ну, как-то так. Автобус прогрелся аж до 30 градусов. Я и забыл за температурой следить. Ну, никто не жаловался. На том спасибо. Ну что ж, на этом все, ребята. Давай заглушим его. Прекрасный звук. Хороший автобус, хорошая карта. Все это мне по кайфу. Все, ребята, блин. Большое спасибо вам за просмотр, за то, что смотрите ОМСИ. Кто не смотрел первое видео, да, повторюсь, обязательно смотрите. Спасибо всем за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши комментарии. Я надеюсь, вам это видео тоже понравится, как и первое видео по ОМСИ. Все, на этом все. Блин, точно, свет проверить. Точно, 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 точно. Снова подаем Питалова. Так, по-моему, свет включается. Вот. Вот так свет горит. Блин, вот почему я хотел проверить. Потому что я уже это видел. Прикольно. Если... Давай я даже поставлю сейчас вечер. Я даже поставлю сейчас вечер. Ставим 22 часа. Блин, клево. Как в реале ведь, да? Блин, как красиво все-таки. Уводил, тут есть фонарь где-то, вот он. Блин, классно, а снаружи. Блин, а снаружи-то как четко. Как-нибудь надо сделать вечерний или утренний ранний рейсик такой, прокатиться, да, я думаю. Блин, зайдет вообще. Нереально. Давайте прям вот отсюда закончим. Все, ребята. Еще раз спасибо. Всем огромнейшего удачи. Всем счастливо и пока.